Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии западной группировки войск, поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовская, Эстельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Невская Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20 и Д-30. На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубица Д-20. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, 2 пикапа, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США. Оперативно-тактическая и армейская авиация ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Кроме того, уничтожены 3 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой Народной Республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченская, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежная, Баранниковка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Урожайная, Благодатная, Владимировка, Евгеновка, Старомалиновка Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая, Сбурьевка и Крынки Херсонской области. Кроме того, перехвачено 3 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.